Два, давай. Вообще. Два штуки сразу. Хороший. Молодец. Рыбы много. Какие красавчики. Буклетиком висят. Да, все, все. Тихо, тихо, тихо. Все, идет. Хорош, хороший. Степа, ну ты дай ему. Зачем ты его сопротивляешь? Леску выбери просто под крутками. Под круткой. Ладно, не учу. Все. Ладно, все, все, все. Ну, хвастайся своим уловом. Хвастайся, что там у тебя поймалось? Ой, мелочь опять, да? Нет. Нет, нормально. Хорошенький. На что взял, на какую обманку? Вот. Ну, ясно. Угу. Все, блядь. Давай плавник посмотрим, какой у него. Ну, хорошая особь. О, мальчик. Чернобровенький. Мальчик. Мальчик. Чернобровый. Красавчик. Да. Это и есть наша лайф. Красава. Давай. Да нормальный. Нормальный, все. Вот. Покажи, на что взял. Вот. Ага, вижу, красный. Да, прелесть. Давай. Ну кто-то зацепился. Кто-то зацепился. Вот он, красавчик. Вот он, красавчик. Ох, какой. Вон какой. Желтенький. Желтенький. Где Димон, ты его выцепил? Ну тут. Под берегом, под этим что? Ну, планочки какие. Красавчик. Брюшко золотистое. Пойдем. Мушка такая.
подтягиваем. Вот. Подойдем к бережку его, подведем. Катушечкой подмотаем. Ну так вот. О, идет. Так, подводку делаем. Сюда подводку. Маленько смахнуть за леску. Так, еще разок. Так, посмотрим. Так, вот он. Смотри, что. Ну чё, как рыба? Норм? Хороший. Красавчик, конечно. Хороший. Вот он. Так у чего один плавник стоит? Ну мы его, да, грамотно достали. Хорошие особи. Плавничок. Чё, хочешь в реку? Ладно, иди плыви. Вот, а такую мушку поймали. Вот мушка.
мушка с тремя опарышами. Вот такая мушка. Сейчас отпущу его, чтобы не мучить. Ну, красавчик, конечно. Да. Такую погоду. Иди давай домой. Знаешь, значит, у меня устроено так. Поплывок вот такой. Вот, поплывок, видим, сделан. Трубочка продета для питья. И снасть выглядит вот так. Дальше. Вот так выглядит. То есть грузило. Можно на низ, но тогда будут цепляться. Первая обманка. Он взял вот на такую обманку. Подсажено три опарыша. Три опарыша. Сейчас обманочку поверну. Вот видите. Тут снасть устроена петелька. Петелька в петельку тоже продета. Вопросы еще будут, пишите в комментариях. Вот она, обманочка такая. На речку посмотрим. Дети такие красавцы обитают. Да. Так, зацепился. Что делаем? Подматываем леску. Невская у нас. Ах ты, ах ты. Поплывок какой. Где поплывок? Не видно. Вот тут он. Сидит? Сидит. Красавчик. Так. Сматываем леску. Со второго колена. Пируэты дает. Сматываем, сматываем. Вот. О, смотрите, какой красавчик. Хопа! Домой. Вон какой красавчик. Вот такие хрюза ловятся. Нормальные. Опять самец. Видите? Плавник здоровый. Вот такой он золотистого цвета. Опять взял. А нет, на нижнюю. На зеленую мушку взял. На зеленую мушку взял. На зеленую мушечку взял. Давайте посмотрим, какой он красавчик. Ох ты! Извиняюсь, хвостом закрыл. Он не хочет с нами разговаривать. Ох, плавник-то какой. Красивая, мощная рыба. Ладно, цепляем его. Взялся вот так. За верхнюю губу. Вот он. Отпустим его. Пусть идет плавает. Своим. Вода прозрачная. Иди плыви домой. Стоит. Не поверил в свое чудо. Торпеда. Говорят, что он Харрис после как поймал его, отпустил, он как торпеда ушел.
Ну, знаете, я показывал, как у меня устроено. Взял теперь на нижнюю он, у нас мушечку. Хорошая тоже особь. Особь хорошая. Ну, такая вот мушка. Два кулака отгрузила и отступаю. Один кулак тут ставлю. Петельки делаю. Вот так устроена снасть. И сверху вот еще одна. Одного мы поймали на верхнюю, вот на эту. Одного на нижнюю. Поплывок наш. Два поплывка. Запас взял. Какой ветер. У нас рыба там на крючке. Сопротивляется. Поднимем ее. Нет. Будем сматывать. Подматываем леску. Катушка детская. Так. Вот он, все, можно доставать. Смотрим. Пошел. Вот он. Ходил. Погода прекрасная вообще. Ах, как красиво. Вот он, красавчик. Какое брюшко у него золотистого цвета. Поздоровайся. Ставьте лайки. Скажи, ставьте лайки. И пойдем домой. Погода прекрасная. Давай. До дому. Тоже самец. Он плавник, видите, какой здоровый. Самец. Одни самцы что-то. Иди домой. Вон он пошел. Жух. Хорошо-то как. Просто прелесть. Домой.